Бывший спецагент. Крутой профессионал. Он призрак, которого не найти, пока он сам этого не захочет. Ему не нужны доказательства. Не нужен закон. Ему нужна только справедливость. Говоришь, он застрелил пятерых? Я так не думаю. Что ты такое говоришь? Его подставили. С 10 января в сети кинотеатров «Патрия» в Кишиневе и Бельцах бескомпромиссный Том Круз в новом экшн-триллере «Джек Ричер». У закона есть пределы, у него их нет.